Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем наш марафон по говорящему тому за золотом. Очередной сегодня выпуск, по-моему, 25-й день подряд. И сегодня я, честно скажу, наверное, 2 или даже 2,5 часа смотрел вот рекламу для того, чтобы заработать, ну, почти на 13 открытий карт. Видите, вот 2576 тарелок у меня. Ну, потом еще побегаю немного, соберу остаток там, в общем, 13 вращений у меня сегодня будет. Много времени потратил, как бы старался. Надеюсь, сегодня мне кто-то попадется. Искренне надеюсь на это. Пожелайте мне удачи. Она мне понадобится. Так, первый блин комом, понятно. Тут будет целая сковородка. Точнее, целая тарелка блинов комом. А сегодня, надеюсь, хоть один из них нормальный будет. Вот только что, где я открывал первый раз карту, там был второй раз герой. А я уже в другом месте открывал. Эх, так, третий раз. Ну, они по пятам идут. То есть только что, где я второй раз открывал карту, дали героя на третье вращение. Ну, не вращение, а вот это вот, а розыгрыш. Блин, опять не то. Фальто. Так, четвертая попытка была неудачная. Если бы они, как вот, знаете, показывали карту, потом перемешивали, вот. Как, типа, в наперстке, да? Было бы прикольно. Можно было бы там как-то проследить немного, я не знаю. А так вот, что-то я открываю, а меня всегда обманывают. Шестая попытка в никуда. И вот только на те места, на которые я уже нажимал, ну, нажимал, там вот и герой. Сейчас вот заладила, а сверху слева вот герой. Только буду туда нажимать, по-любому его там не будет. Вот такой вот закон подлости. Понятно. Что ничего не понятно. Осталось-то уже немного, кажется, у меня этих розыгрышей. Но вот как-то пока что совсем не то. Видели? Капец. Так, 3 розыгрыша, то есть реально уже 9 было неудачных. Просто я раньше... Опять. Взрывчатка. Ну, понятно. Я раньше думал, вот вначале открыл 5 колод этих, выпал герой. Потом опять 5 колод открыл, опять выпал герой. После этого десятками их открываю, вот, ноль на выходе. Так, последняя раздача. Нет, видите, все. В левом верхнем углу, наверное, раз 5 был герой сегодня. Я туда как-то принципиально не нажимал, думал, ну вот, а как-то что-то. Вот же ж засада. Ладно, сегодня... Так, давайте для начала поулучшаю немного героев. Немного настроения меня подпортили этими колодами, конечно. Так, в самое начало мне нужно переместиться на нашего Томика. Так, Том, тебе магнитик можно прокачать. Сделал это с удовольствием за рекламу. И смотрите, сколько я уже сундуков открывал. Видите, у меня магнитов целая куча. И прокачивает Тома полностью. Первый, наверное, наш герой. Первый персонаж, который прокачан полностью, абсолютно. Ну, недаром, ведь Том, это все начиналось с Тома, да? Том главный герой, Том главный виновник этого всего, этой серии про говорящего Тома. И его мы улучшили полностью. Так, дальше, Анжелка. Даже тебе магнитик можно теперь прокачать, потому что они все на Тома уходили. Вот. Время действия слитков, не хватило один буквально раз прокачать, в следующий раз можно будет сделать за рекламу. Так, дальше, Хэнк, тебе тоже магнитики качаем, время действия самолета тоже чуть-чуть не хватило, буквально, видите, 9 жетонов,
А слитки золота не трогаю, надо будет друг Анжели, короче, как-то так. Так, Джинджер, ну а тебе прокачиваем шлем, и ты у нас оказался хитреньким. Ты даже раньше, чем Анжела и Хэнк прокачался. Вот неожиданность, да? Красавчик. Так, тогда на Бена нам... А, стоп, у нас что, Бен был прокачан? А, точно, это не Том был первый. Я забыл уже. Видите, у него просто нет длинной полоски ни одной, у него все равномерно, по чуть-чуть. То есть он такой универсальный персонаж, да? Вот так дела. Так, а Морозный Том, у тебя что? Магнитик можно прокачать. Ну да, ты ж вот как Том, у тебя все на магнитик завязано. Ну и пока все. Так, ладно, с этим разобрались. Это все прикольно. Классно, потихоньку персонажа прокачиваю. Так, но... Сейчас нам нужно подумать, кем играть. Эльф Анжела. Робин Гуд, это Робин Анжела, да? Все, выбираем. Прокачивать я ничего не буду, пока не ее это очередь, скажем так. Ну и локация снежная. Я понимаю, что ты привыкла жить в теплых лесах. Ты ж эльф, да? В волшебных теплых лесах. Но придется тебе побегать по морозу. Как это у тебя получится? Не знаю. Ну вот хоть какой-то бонус сегодня мне, это вот это задание, видите? Не подбирай слитки золота 30 секунд. Как по мне, это очень простое задание. После таких разочарований сегодня. Надеюсь, это... Ой, не-не-не, вы поняли. А как же их не подбирать? Ой. Ой, видели, я смог. Я думал, что там все уже. Вот я взял слитки опять. Я не знаю, как их не подбирать. О, я знаю, надо самолет взять. Когда я возьму самолет, короче, скорее всего... Блин, видите, никак не получается их обижать. Вот почему-то всего 30 секунд дают на это, потому что, ну, реально... Тяжело их не подбирать. Но это вот были такие локации сложные. О, слушайте, а интересно, мне сейчас засчитают? Я же с ним буду воевать. Это, конечно, читерство. Ну, как бы... Слитки я не подбираю? Не подбираю. Кого что не устраивает? Как по мне, очень даже... Такое недоработка, да? То есть, вот, видите? Все, задание выполнено. Точно. То есть, недоработка разработчиков, что вот на таком высоком уровне, там вот подряд миссий, так легко вот дают выполнить. Либо вот не засчитывали вот подобные эти секунды. Ну, не знаю, в общем. Я-то, конечно, не жалуюсь, просто мысли вслух. Вот предыдущие много, сколько заданий я там тратил. 20-30 минут на выполнение миссии. А здесь вот полминуты, и так вот легко это все дело выполнилось. Но это к лучшему, в принципе. Анжел, а я уже несколько дней не бегал с другими игроками, просто банально не было на это времени. Из-за того, что были сложные миссии. Давай, я полетаю на своем этом эльфийском самолете. И потом выполню ежедневное испытание это вот. И буду бегать, будем с тобой бегать против других игроков. О, по-моему, ни одного слитка не пропустил, да? Круто. Все, Анжел, молодец. Ты хоть немного меня порадовала сегодня. Я вот не знаю вообще. Завтра буду я пытаться вообще вот эти тарелки опять собирать. Потому что, ну вы видите, ну просто без толку это все вот. Хочется, конечно, новых персонажей. Но тратить столько времени на то, чтобы потом ничего не давали.
Вот за это время, вот пока это событие уже длится, я уже, наверное, на рекламу часов 5-6 потратил, не меньше. Ну а результат, по-моему, я ж никого не выиграл, да? Ха, странно. За это время можно было заработать эти деньги и купить просто персонажа за реальные деньги. Но так мне интересно, хочется все-таки выиграть. Так, о, миссия, кстати, довольно-таки простая. Видели, уже 1,2 секунды у меня отставание. Ой. Так, сейчас, подожди. Не могу нажать. Аккуратно. По идее, должен с первого раза пройти. Да. 45, 40 там, что-то, 2. Хороший результат, без всяких сложностей. Трасса была довольно-таки легкая. Бывают вот трассы просто тяжелые, помните, да? А бывают вот как бы такие простые. А что ж... Давно не бегал против живых игроков, против соперников. Вот как раз сегодня можно несколько раз пробежаться, потому что было легкое ежедневное задание. Ну, не сказать, что оно легкое, то есть вы сами помните, что я просто бегал и не мог вот от золота уворачиваться. Просто вот енотик вовремя решил там со мной пободаться. Как я его так легко обогнал, он же с ускорением был. Аккуратненько. Так, еще. Ай-яй-яй, не надо, не надо. Не надо мне замедление. Один раз я ошибся с замедлением. Но я думаю, это не смертельно. Хотя вот уже хотел кил там доли секунды. А, ну противник хоть и с стартовым ускорением был Джинджер. Ну вот как бы легко я с ним справился. На 2 секунды от меня отстал. Так, Анжела, покажи класс опять. Подними мне хоть немного настроение. А за мной там опять там, видели, бегают, там прям аж тень такая вот. Нужно очень и очень аккуратно здесь быть. Вот в этом месте я раньше, когда редко играл, постоянно падал и замедлялся. То есть не прыгал. Сверху вот. Ну, в последнее время вроде бы как перепрыгаю все время. О, опять 45, 40, 42. Как в этом ежедневном задании, помните, 45-42. И сейчас тоже 45-42. Ха, класс, такое вообще редко бывает. Прям идеальное совпадение, да? Прикольно, конечно. Ладно, давайте последняя гонка. Два раза я выиграл. Третий, блин, надеюсь, будет не комом. Ох ты, какие флаги. Вы знаете такие флаги вот у противников? Я таких даже не знаю, честно. О, ты куда? Постой, паровоз. Не стучите колеса. Догоню, зарежу, съем. О, ладно. Раз ты легко так сдался, не буду тебя есть. Просто догнал, перегнал. Аккуратненько. Скоро уже ускорение будет. Вот оно. После вот этого. Интересно, во время вот этого рывка ускорение, наверное, не действует, да, вот это вот как по линиям, которая... Да, почему-то чуть не длиннее, чем обычно. Какие-то противники слабые, видите, опять вот на 2 секунды он от меня отстал. Хотя вот он со стартовым ускорением был. Лучше бы мне в картах везло, чем с противниками. Не находите? Эх, вот такой грустный сегодня опять выпуск. Быстрее бы эти уже тарелки заканчивались, потому что они мне портят настроение своими вот этими вот неудачами.
когда нет никаких событий, просто зашел, побегал с хорошим настроением, там какие-то истории рассказал. А когда вот эти тарелки, во-первых, тратишь много времени на них, чтобы собрать, как бы. Ну, плюс ко всему еще и неудача такая. Но ничего, прорвемся рано или поздно. Вам тоже желаю, чтобы вы были более удачливы, чем я вот в этих выпусках последних. Не забудьте поддержать это видео своим лайком. Ну и оставайтесь с нами. Скоро продолжение марафона. Пока-пока.